В общем, вот такие шторочки я себе сшил сам для длительного стояния где-то на солнце или на отдыхе. Обошлось недорого. Показываю по левой стороне, ну, соответственно, на правой также будет. Это шторочки для минивэна. Вот по левой стороне и заднее стекло. Потому что найти под такую конфигурацию рамы, вот она, вся искривленная, конечно, можно что-то подобное подыскать, но не будет так сильно плотно закрыто, как, например, здесь. А прикол в том, что еще, во-первых, можно их было по размеру сшить. Занимают в снятом состоянии минимум места и снимаются вот так вот. Ну, как стало понятно, там по периметру шторки магниты вшиты. Вот здесь это можно было сделать. На этой стороне просто мне магнитов не хватило. Сделал на присосках. Все держится нормально. То есть где-то встали, закрылись. Солнце не светит. Никто нос не сует. Машина не нагревается. Ну, задний вот на магнитах. Вот оно. Кто любит так ездить, может так ездить. Я не люблю. Снимается тоже легким движением руки. Все снято. Ну вот, на присосочках хорошо держится. Для более эффективного удержания. Ну, лично я так делаю. Развожу одну чайную ложку на столовую ложку воды. Делается такой, как бы получается, сиропчик. И прикрепляется, и держится, никогда не отвалится. Так что так. А вешается вот. Сейчас покажу. Ну, также снимается. Хоп. Ну, здесь этот магнит. Здесь. Здесь в углу некуда магнититься. Ну, можно тоже присоску. Ну, в принципе, нормально. В общем, вот так выглядит. Ну, а на лобовое стекло там обычное это. Солнцезащитная, это фольга на присосках, везде продается. Встает хорошо, так что полная темнота практически в автомобиле. Можно свои делишки там какие-то делать.
Спать, есть. В общем, легко крепится, можно самому сделать прямо по размеру рамы, ну и соответственно с другими шторками, если сравнивать, они занимают очень мало места для хранения, просто складывается аккуратно и куда-нибудь убирается в любое место машины. У меня вот в этот ящик все влазит. За материал отдал, не помню как называется, ну хороший такой, плотненький, по-моему 1300 что ли. Ну а дальше свои руки, своя машинка, шеи не хочу тут шить-то особо, таланта никакого и не надо, смотрится хорошо. Да и на стоянке так, в принципе, не важно, главное, чтобы солнце в глаза не светило. Вот сложил шторочки. Ну, можно их еще больше было ужать. Вот. Все.